Катя, фоткай. Опа. Опа. Ну, а щупальца-то у него для чего? Ну, да. Они быстро бегают? Конечно. Я тоже вот так. Давай. Королевский. Ну, давай. Сами. Там... Все, уже плывем. Тачок, ёлка, он здесь тачок. Покидаем это чудесное место с литейскими гробницами. Александр Македонский еще открыл эти места. Экскурсовод рассказывал. Все, конечно, разграбили, но силуэты красных зданий сохранились. Ну, конечно, не зданий, а элементов. Колонны. Это река Дальян-Кормилица. Здесь вылавливают рыбу. Очень много приходит в озеро на нерест рыбы. Форели. И она очень вкусная, свежая. Это источник дохода для жителей. Вот современная дача. Своим пирсом. Маленькие отели здесь есть, мини-отели с бассейнами, с катерами. В общем, такие отели, которые очень любят англичане. Приплываем к тому месту, где водятся черепахи, каретта. Прикармливаем рыб и черепах. Ждем, сейчас придет черепаха. Ой, сколько рыб! Ой. Видим, видим, да. Вон, на суп сейчас же. Я еще не обедал. Ну вот, поехали. Валим сюда. Вот она, вот она. А, вот она, точно. Краба жрет. Вот она. Черепаха редкого вида. Карета, карета. Снимай ее. Вон, это большая, посмотри, как. Вот она. Вот, смотри. Ой, какая же черепаха красавица. Да, рыб, вот она, черепаха. А вон вторая. Смотри, вон еще рыба. Третья. Рыбы тоже. Ой, смотри, четвертая. Где четвертая? Вон, вон, смотри, раз, два, три, четыре, да. А вон, раз, два, три, четыре, да. Вот она, смотри, подлоги. Ваня и Маша здесь.
Ноги отдавали. Ты же видишь, в этом море их очень много. Ой, смотри, как это главный план. Вон еще видишь, третий. Ну ладно, хватит чуть-чуть. Спасибо. Вот здесь река Дальян впадает в Средиземное море. Вот в том проливе. Мы сейчас полюбовались на черепах, карета, и покидаем это место чудесное. На обратном пути проплываю, совсем близко.